Смотрины для техники. Сегодня спасатели, пожарные и полицейские выставили на площади республики спецмашины и новейшее оборудование. На вооружение экстренных служб новая техника поступает каждый год. Для того, чтобы эвакуировать людей из высотных зданий, пожарные используют вот такой 50-метровый подъемник. Только благодаря ему были спасены десятки человек. А эти палатки в помощь людям, которые попадают в снежный плен на федеральных трассах. Они способны работать автономно при помощи генератора. Недавнее приобретение МЧС – аэросани для эвакуации людей с тонкого льда. Управление этой техникой спасатели осваивали на заводе-производителе. Приобретали ее с целью оказание помощи рыбакам, которые по тонкому льду вот сейчас выходят на лед. И это незаменимая техника в этом отношении. Есть еще одна амфибия, судно на воздушной подушке, но именно по тонкому льду, к сожалению, его конструкция просто приходит в негодность. Лед разрезает вот ту тканевую основу, из которой состоит воздушная подушка, и приводит ее в негодность. А это пластиковый корпус, который достаточно уверенно чувствует себя в любых ситуациях. Мы получили новый автомобиль на базе КАМАЗа, достаточно современная техника, по образу и подобию, которая у нас есть уже в городе, с насосом Розенбауэр, это фирма австрийская, которая производит высококачественное пожарное оборудование.